Сегодня жара, Троица. Друзья, поздравляю всех с праздником рождения Церкви Святой Пятидесятницы. Акации отцвели. Вот здесь видим, улитки позаползали. Прошлые годы их море было. Катальпа, видим, уже зацветает скоро. Лист уже довольно большой. Созревают плоды смоковницы. Вот наши пересадки, такие же рискованные, как и в прошлом году. Туя, магнолия. Ну, она с таким хорошим комом земли была пересажена. Будем надеяться. Вот результат прошлогодней пересадки 31 мая, когда уже в это время жара началась. Ну, дерево живо, метасеквойя. Центральные побеги, стволы, верхушки. Вот одна отошла, вторая. Но будем надеяться, что из них лидер определится позднее. А сейчас мы перейдем к тому дереву, с которым уж точно связано начало лета. Это альбисия. У нас здесь два дерева альбисия, еще одно за территорией. Видим, что да, листочек пошел, но вот плохо дерево, по-видимому, весну или точнее зиму пережило. Возможно, также его следовало зимой поливать. Вот это большая альбисия, она хорошая. И скоро начнет свои вот эти сережки, вот или вееры точнее, начнет распускать. Вот деревья нашего сада. Несколько деревьев назову. Дуб черешковый. Небольшой австрийский есть. Лещина. Ксантоцерас. Зизифус. Два ореха пекан и архан. Кизил. Но в основном хвойные у нас. Из старых насаждений прежде всего акация, береза и орехи. А вот чуть не забыл, друзья. Ну надо же как-то температуру показать, да? Вот мы около храма находимся. У нас за 30. Это приходской дом. Вот так он солнцем освещается, но уже солнце почти сюда не попадает, поэтому можно сказать, что это
температура достает.